Блин. Хочется, да, но его нет. Ой, подгоняйся. Если ты ручку перекрутишь, 2,8 секунды до сотки. Это как спортбайк. Это пока секрет, что ты обзор делаешь? Или бэкстейдж можно выложить? Hello, everybody, в этом плохом канале. На плохом канале электрический Харли. И вообще, я сегодня предлагаю пообщаться по поводу будущего электротранспорта, вот такого вот прочего там. Никого уже, в принципе, не удивишь, наверное, вот этой всей электричеством в наше время. Вот, меня, наверное, еще пока можно удивить, потому что я вот первый раз на этом поездил, сейчас я вам об этом во всем расскажу. Вот, а вы в комментариях поделитесь своим мнением по поводу того, есть ли у этого всего будущего, будущее. Или нету. Вот очень даже интересно послушать, потому что, по сути, это уже прошлое, вот это вот все. То есть, потому что была какая-то волна на все это дело, и что-то она как-то не пошла. Но давайте это все дело обсудим в комментариях. Сейчас я вам расскажу про этот мотоцикл, как я на нем поездил, какие у меня впечатления остались. Частично, я думаю, вы уже догадываетесь по этому поводу всему. Напоминаю о том, что я вам помогу привезти мотоцикл из Америки, Harley Davidson. Будете на нем ездить. Не электрический только, электрический не хочу. Вот, мои контакты по-прежнему тут, а также в описании к ролику. Там же группа в Терея тоже, обязательно вступайте, не забываем. Самая большая группа по Harley. И я там тоже есть. Если вам как-то там по каким-то причинам не хотите мне написать или позвонить, можете там меня спросить. Вот, а теперь давайте про электрохарли. Еще бы начать-то. Мотоцикл, в принципе, уже не новый, по большому счету. Хотя не знаю, назвать это можно ли мотоциклом или нельзя. Вот напишите в комментариях, это вообще мотоциклом можно назвать? Отдельный разговор. Если удивить, да, то есть уже никак не получится вот этими всеми электроновшествами. И это уже по большому счету такая уже далеко не новая модель. Вот в свое время Harley Davidson открыл вот это вот направление, вот, и торжественно его не развивает, вот как, в общем-то, и все остальные производители, по большому счету. То есть все это дело остановилось на каких-то скутерах. Вот что можно сказать. Естественно, красивый, как и вся продукция Harley Davidson, вообще не поспоришь ни хрена. Вот красивая, зараза, вот как бы, да, все как бы очень здорово, вопросов вообще никаких нет. Все это, ну, как-то напоминает некую спортивную такую вот среду. Разгоняется он, конечно, ого-го, то есть не... сейчас, секунду, по поводу езды, это отдельный разговор. По поводу внешнего вида, давайте сначала по поводу посадки. Вот, посадка обычная, спортивная, на которую я абсолютно не привык. Она обычная, может, для вас, а для меня она ни хера не спортивная. Есть вот подножки пассажира, непонятно для чего. Вот, ну, хотя, наверное, Спартак же едет там, вот, с удивительными женщинами вот сзади. Вот Харлей поехал, да, слышно, наверное, даже. А вот на этом ничего не слышно. Так, дальше, про звук попозже. Что еще? Исторически это у нас ремень. Вот, на цепи было, конечно, гораздо жестче. Вот, это у нас вот теперь такой электродвигатель. Вот, с охлаждением, я так понимаю, Harley Davidson, даже логотип. Даже с этим, с радиатором. Вот, тормоза у него Brembo. Вот, да, двухдисковые такие, прям даже очень, даже все у него хорошо. Вот сзади вот этот вот тормоз. Ну и он встает у нас на сигнализацию, и все, типа вот, да. Я бы рад вам записать звук этого мотоцикла, но его нет. Ну, то есть он заводится, просто ты нажал кнопку, и уже он типа завелся. Вот такой вот теперь харлейский звук. Теперь про ощущения при езде. Об этом можно говорить долго и стихами. Вот, как это едет. Давайте начнем с плохого, а не с хорошего.
мальчик пришел, интересуется. Плохое, на мой взгляд, ну, про езду просто там скучную, без звука, там, о том, что ты что-то там производишь, крутишь ручку, никакого отдать, ну, как бы, знаете, когда вы что-то берете, у вас должно быть тактильное ощущение какое-то, звуковое еще. Когда этого нет, ну, ощущение странное, ну, может быть, к этому можно привыкнуть, может, будущие поколения привыкнут, а может, их и не будет, эти будущие поколения. В смысле, не будет ездить на электротранспорте, напишите в комментариях по этому поводу. Так вот, абсолютно мерзко ощущение от этого, назовем это мотором, особенно при, так сказать, разгонах. То есть у него такой очень противный и звук, есть там звук какой-то такой вот у мотора, не вот это вот, как вот на этом вот электрокаре, там, не знаю, там трамвае, вот, а именно механическое что-то там. Вот знатоки электрических двигателей, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Мерзявое совершенно впечатление вот от этого дела. Вот. А сам разгон, просто чем дальше едешь, тем мерзее вот этот вот, вот этот вот звук, и, собственно, вот и все. Эта штуковина едет очень хорошо, конечно. То есть тяги здесь, ну, просто кошмар. То есть, как бы, больше даже представить себе не знаю зачем. То есть это прям очень здорово едет и полностью соответствует вот своему вот такому вот внешнему имиджу. Вот, кстати говоря, под цвет получился. А, какой я гаражик нашел. Под цвет зелененький. То есть разгон с любой, как посоветую, скорости абсолютно одинаковый. Нет никакой разницы, ну, какой скорости на данный момент вы едете. Вы просто чуть откручиваете ручки, он улетает куда-то в космос просто совершенно. Вот, то есть в этом плане ничего не могу сказать. То же самое. То есть, ну, вот обычные ходовые качества, на мой взгляд, выше всех похвал. То есть вилка толстая, отрабатывает как бы совершенно отлично. Вот тормоза тоже совершенно как бы офигительные. Посадка ни хера неудобная, я уже говорил. Вот. Ноги полувниз такие вот. То есть не назад, там куда-то там вниз. Теперь, если мы с вами подъехали на заправочку, мы хотим с вами заправиться, нажимаем вот сюда. Ой, да, вот так вот. И у нас тут такая пим, такая вот пиндюлина. Вот, берете, вставляете сюда розетку, ну, то есть вилку, вот, и вот заправляете таким образом. Вот такая вот нехитрая процедура. Не сложная. Могу сказать, кстати говоря, что вот эта защелочка, она какая-то надежная, хотя... Ну, хотя она, наверное, часто будет пользоваться, я бы сделал какой-нибудь пожелезней. Вот, ну, хрен бы с ним, да. Все элементы мотоцикла абсолютно запрятаны, ничего абсолютно нигде не торчит, ничего не течет, потому что нечему. Ну, я тормозная жидкость, наверное. Вот, то есть абсолютно все такое вот непривычное. И все-таки давайте с вами в комментариях продолжим диалог по поводу будущего электротранспорта. На мой взгляд, ну, вообще, вот применение вот этого вот мотоцикла, оно, ну, он, как бы, мягко говоря, не дешевый, вот, совсем. Это, ну, все-таки, наверное, это игрушка. То есть на электросамокат это похоже больше, чем на какой-то такой вот более-менее серьезный транспорт, потому что это очень быстрый электросамокат. То есть, ну, вот как бы да. То есть, с одной стороны, Харли Дэвидсон пошел куда-то там вперед, вот, сделал что-то там такое. Вот. С другой стороны, для чего это, как бы, не очень понятно. Может быть, мы это поймем в будущем. Напишите по этому поводу в комментариях. А может быть, это все дело так и останется вот такой вот разработчикой. То есть электротранспорт удобен, когда, ну, в городе перемещаться там куда-то, то есть с одного места на другое, в принципе, да. То есть, а вот то, что касается каких-то более, ну, как бы других, так сказать, поездок и вот такой вот спорта, то есть вот, ну, где ездить на таком спортивном мотоцикле, честно говоря, не знаю. То есть в какую, как бы, то есть на треке, что ли, в городе, ну, короче, непонятно. Вот за город на нем ехать это стремновато, потому что непонятно, где его заряжать. Вот, но вот подвесочек еще регулируется даже. Интересно-то. Кстати, он достаточно мягкий. То есть, ну, я не почувствовал каких-то там «но». То есть, это подвеска вдвоем, правда, не знаю, как здесь ездить. Вот, но тем не менее. Так что вот такая вот история. Вот, а сейчас я поезжу на скутере BMW электрическом и сравню свои впечатления. Вот, у нас будет сегодня такой электродень. Как на Харли пишется? Как это сказали? Большой самокат? Большой самокат.